Беда в том, что мы не научились жить по закону. Ни по государственному, ни по религиозному. Есть какие-то предписания, мы ищем, как их обойти. Я прихожу в любую инстанцию, пытаюсь что-то, чего-то добиться. Я не могу этого добиться. Мне говорят, ну вот закон такой, нельзя. Я сразу думаю, кто мне может сказать «можно». И вот проблема в том, что коррупция не наверху, она здесь внизу. І ми ж привикли жити по корупційним правилам. Бесіди про вічне на телеканалі Рудана. Дивіться в понеділок о 18:10.